Пока уровень заболеваемости среди детей не на сезонном уровне, рассказывают медики. Но терять бдительность не стоит, советуют врачи, особенно когда речь идет о детском здоровье. В первую очередь, это вирусные инфекции, это острые ларинготрахеиты, мангины, пневмонии. То есть, вот, наверное, подъем все-таки сейчас больше респираторных инфекций в детском возрасте, это острые ларинготрахеиты, ларингиты. Не стоит заниматься самолечением, советуют специалисты. Все-таки, если ребенок заболел, надо обратиться к специалисту. Это должен быть участковый врач, это должен быть личный врач, это просто подъехать на консультацию в любое детское учреждение, это вызвать скорую помощь. Поэтому, если ребенок все-таки заболел, уделите ему внимание, вы должны все-таки проконсультироваться со специалистом. Не исключая специалиста при лечении и так называемые бабушкин средства. Но тут же предупреждают, такие, казалось бы, безобидные процедуры, как, например, банки или ингаляции картофельным отваром, лучше не делать, не посоветовавшись с врачом. Я за любой результат, который даст положительный результат. Пусть это будет картошка, пусть это будет ингаляции. Если есть результат, да, но все равно вы должны проконсультироваться с врачом. Также врачи советуют избегать приема лекарственных препаратов по совету близких и знакомых. Если оно помогло в одной ситуации, не значит, говорят медики, что поможет в другой. А в худшем случае только усложнит положение.